Я вот дыхаю, видите? Это специальная вентиляция. Эрвин, ты меня достал уже! Достал меня! Что же? Достал меня уже! Пульс сломался. Шоу кэнсел? Maybe. Твою мать! Опс! Вот это реалити шоу. Арсений, девочки, да постукивает. Я не могу представить, что может быть еще круче. Вот это мой ответ. Тимберленду. Смотрите, наблюдайте, дорогие друзья. Давай, я помогу немножко. Хочешь вот такой цитрусовый, да? Давай. О, хороший тоже. Так, поехали. Вот здесь немножко. Так, взяли. А как это? Так, сейчас подожди. Так, хорошо. Туда. Да. Слили. Все. Нормально. Подвешивай. Да. Сейчас я тебя научу. Все, поехали дальше. Дальше, да. Спасибо. А, да, все. Оставим, потом возьмем. Да. Перерыв. Перерыв у нас. Поработали немножко. О! Может, чайку? Я вас очень горжусь. Наливай. Давай, наливаю. Давай, наливай. Так. Поговорим. Один. 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 Добрый день. Ну кто? Зека. Зека. Я слышал, вы вчера в переанслагере. Привет. Как вы живете? Знакомься, Петя. Петя. Дима. Очень приятно. Поспали, да? Дима. Ну да, по паре часов. Ну. Здорово. Ну, со временем у нас лажа. Надо подключаться. Сейчас я покажу примерно, как это выглядит, да, для тебя. Чтоб. Нам схематично надо, понимаешь? Да, поэтому я говорю, что сейчас. Вот смотри, вот стул, вот примерно сейчас съемка пойдет. Вот дым машина есть у нас, так. Вот режиссер у нас, который будет сейчас снимать. То есть свет у нас все есть. Добрый. Человек, который на низком старте готовый уже ехать на машине, там в Белград, тоже есть. Я первый раз с этим столкнулся, да, с Евровидением. Приехали в Прагу и снимали эту постановку на кассету, чтобы ее переправить в Сербию. Давай, ты посмотри примерно, как постановка. Давайте, вопроса. Давайте, я тоже подключаюсь. То есть, типа, я как бы для начала ты, а остальное все. Окей, давай. Я человек. Сашка, ты не сильно убил их. Конечно, скользко, это жилье. Я же не ожидала. Подожди, надо. Ты думала, здесь по асфальту катается, да? Да, еще нужно. Саша, ну нормально. Нет, смотри, ну ты... Линолеум. Вы на ролике. Ну нормально, все. Начали, да? Хорошо, что начало. Хорошо, что это здесь. Хорошо, что так. Здесь. Ну ничего. Один раз внизу, один раз наверху. Как в жизни. Да? Он сзади тебя танцует. Две девушки стоят. Две девушки здесь стоят, да? Или где их поставили? Справа. Они вместе стоят? Две вдвоем. Вдвоем, да? Две близкие. Да. А что они делают? Здесь или там? Они поют. Они здесь ставят или здесь? Справа. Если бэк-вокал там, тогда я здесь. А я так красиво, незаметно подхожу. Эрвин, все, давай, одевай свои это. Да. Ты так будешь? Да. Слушай, она в костюмах будет, да? Саша, ну я там вообще знаю. Я уже вообще сделал успех. Ты с Белым? Папа, он с Белым, а мы в говне. А мы? А мы в говне, я тебе сказал уже. А мы. Пошли, Дима. Мало времени, правда. Мало. Нужно еще вести кассету. Да кассета, ладно.
мы не запишем нифига сейчас. Сказали, что если вы там через два дня не пришлете кассету, то у вас будет дисквалификация, поедет какой-то другой человек. Как такое возможно? И мы начали делать такую версию, чтобы просто показать, как это будет выглядеть организаторам Евровидения. И. Серьезно опасно. Говори, лучше. Лучше без этого. Без этого. Без, ладно, давайте. Вот такую тему мы имеем, значит, да. Тогда вы сейчас все чуть-чуть сюда, да. Чтобы я до сюда заезжал. Этот стул? Тебе нужно? Мне нужны две схемы, потому что на сцене будет стул, у которого будет спинка 3 метра в длину. А, окей. И я на этом стуле буду подниматься вверх. А, окей, окей. Надо попасть вместе, что мы идем. Давай. Идем. Ты играешь, идем. Пам. Ты скрипку как бы. Пам. Там, пам. Просто это был макет, как будет примерно выглядеть свет, как будет примерно сцена, какого она размера. Это был макет. На днях будем репетировать уже. Я позвал своего хореографа Давида Авдыша, который будет ставить мне постановку. Все, естественно, не хотелось бы открывать и не открою. Будет хороший номер. У Давида уже были идеи. Если их реализуем, то будет шикарный номер. Есть нюансы. Могут не разрешить просто эту идею сделать на Евровидении. Просто могут из-за телевидения не разрешить. Много жима, да. Чего много? Чего много? Дыма. А, дыма? Ребят, ну ничего страшного. Сделали нормально, скажем. Да, если ну, не видно нас, скажу, что... Смотри, да, я стоял у монитора, ребята, о чем говорить? Выглядит хорошо, красиво. Очень хорошо сделал. У меня вот дырка, видите? Это специальная вентиляция. Вентиляция. А здесь нет дырки. Ха-ха. Здесь вентиляция не нужна. А здесь есть дырочка. А здесь нету. Снимай свои карзаны, Эдик. У меня хорошо все. Так зачем ты будешь не ходить? Ну, мне нравится дизайн. Портить будешь? Ну, дизайн. А, ну дизайн by Эдвин Мартон? Видишь. Хороший дизайн. Вот ты жук навозный, а? А мне нравится. Быть жуком навозным? Да. Но только романтический. Жук навозный. Знаешь, что такое навоз? Нет. Ну, так а что ты говоришь? А на... что такое навоз? Ну, это фекалии. Навезли жуков? Фекалии это. Знаешь, что такое фекалии? Скажи, что такое жук навозный. Жук навозный – это страшная вещь. Да? Жук – это муж. А навоз – это кал. Ты так меня назвал? Я, да, тебя назвал, так? Не дружу. Да куда ты денешься? Пойду ногу. Все. Прилип. Прилип. Жук. Главное – дизайн. Дизайн. Дизайн, еще раз дизайн. Как Ленин говорил. Эдвин, ты меня достал уже! Ой, мои хорошенькие. Ай, мышечки. Да не было времени даже трусы поменять. Оп!